Затем 2 называется живой Аслан Приволжского федерального округа, Абдурашев Ислам, Южный федеральный округ. На татами 1 приглашается по руке подплатить. Ввиду смерти врачом соперника, победа присуждается по руке Приволжского федерального округа Башкина. Татами 2. Башкина с белым исходом. Живой Аслан. Мастер спорта представляет Приволжский федеральный округ публику Мордовия. Тренируется под руководством тренера Васильева и Бакдарашвили. Начал заниматься у тренера Васильева. Первый лучший спортивный результат. Первое место в тренерстве России. Занимается судьбой 2009 года. Спортсмен сильный судьбой. Абдурашев Аслан. Мастер спорта представляет Приволжский федеральный округ Волгоградской области. Тренируется под руководством Якова Алексея Сергеевича и Якова Виталия Петровича. Первый тренер Кисарев Сергей Маркович. Лучший спортивный результат по России третье место. Его занимается с 2005 года. Арбитр данной встречи Сослан Кадиев, Татами 2. Победу одержал Аслан Живой, Приволжский федеральный округ. Занял третье место в своей категории в лучшем